Я ждала. Так, чего? Я ждала ребенка. Как быть, когда совершенно неожиданно, да еще и в самый неподходящий момент, ваша жизнь переворачивается с ног на голову? Что делать? Выбрать карьеру или отказаться от нее в пользу семейного счастья? Ответы на эти вопросы на глазах у зрителей пытаются найти герои нового спектакля театра ТОВ «Чисто семейное дело». Супруг миссис Лесли умер. Поставить именно эту пьесу известного драматурга Рэя Куни Роман Колотухин мечтал уже давно. И с удовольствием сам сыграл бы в нем одну из ролей, однако совместить работу на площадке с режиссерской удается далеко не всегда. Комедия – сложнейший жанр, который требует особой отдачи артистов. Это очень сложная пьеса, несмотря на то, что в ней все очень смешно, написано все очень здорово. Но когда берешься за нее, понимаешь, что там очень много подводных камней, да, в них нужно разбираться с артистом, которым тоже кажется, что здесь, ну, все очень ясно и понятно, приходится очень много работать. Ситуация, в которой оказываются персонажи спектакля, происходит накануне Рождества в лондонской больнице. Сюжет этой комедии положений, который все сильнее закручивается с появлением на сцене новых героев, подкреплен великолепным английским юмором. Это один из главных героев, это он играет роль Дэвида Мортимера. Это человек, у которого в любой момент может карьера рухнуть из-за того, что у него спустя 18 лет вдруг появляется внебрачный сын. Что еще ждет главного героя и какое решение он примет, зрители смогут узнать уже совсем скоро. На заключительной в этом сезоне премьере театра ТОВ увидеть спектакль «Чисто семейное дело» зрители смогут 15 июля в 18:00 и 16 июля в 15:00. Ольга Продан, Анна Бережная, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.